Смертельное ДТП с участием учебного КАМАЗа произошло сегодня в Набережных Челнах. При этом причина аварии вовсе не отсутствие опыта у курсанта на большегрузе. Этот автомобиль стоял на обочине. В результате ДТП один человек скончался на месте, другой доставлен в БСМП. Одной из первых на злополучный участок дороги прибыла наша съемочная группа. Дорожно-транспортное происшествие произошло в первую половину дня на первой автодороге рядом со строительным гипермаркетом. Участниками аварии стал автомобиль марки BMW, Renault Logan и припаркованный учебный КАМАЗ. По имеющимся на данный момент информации, ДТП спровоцировал водитель BMW. 42-летний мужчина двигался со стороны трубного проезда в направлении проспекта Хасана Туфана и толкнул Renault под грузовик. По предварительным данным, при перестроении направо не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся в попутном направлении, и совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 64-го года рождения, который двигался по правой полосе. После столкновения автомобиль Renault совершил наезд на автомобиль КАМАЗ, который стоял на обочине. КАМАЗ остался практически нетронутым, повреждения на нем едва заметны, а вот у Renault от аварии искорежена крыша. В результате столкновения с большегрузом мужчина, находившийся за рулем Рено, скончался на месте, а его 48-летний пассажир с различными травмами был доставлен в БСМП. Водитель БМВ не пострадал. Окончательно виновник аварии предстоит установить следствию. Алексей Гарнышев, Ильнар Мустафин, Челны 24.